Сучасна та екологічна. У селищі Річному оновили зону для відпочинку. За ініціативою народного депутата Вадима Новинського та Зеленого центру «Медінвест» місцевим передали будівельні матеріали для ремонту локації. Також допомогли з придбанням фарби, бруса та пластика, виготовлено із вторинної сировини, який доставили зі Львова. Придбаний матеріал встановлювали самі жителі. Говорит, мы доставим вам материал 50 на 50, а вы сами его установите. А мы говорим, хорошо. Где-то две недели назад привезли нам краску, привезли брус. Сегодня, спасибо, доставили брусья. Мы поставим, и, как говорится, по вечерам тут не только дети приходят, здесь и взрослым. Ну, тоже ж поселок такой, как говорится, далекий от центра. Ну, собираются люди, детей привозят. Решили людям помочь, потому что главное, когда у людей есть инициатива. Когда они сами готовы это реализовывать, благоустраивать, им даешь материалы, они создают эти зоны отдыха, по-другому к этому относятся. Поэтому народный депутат Украины Вадим Новинский вместе с Зеленым центром «Мединвест» всячески поддерживает такие проекты материально, и вот вместе с жителями мы их реализовываем.